В конце ноября, начале декабря 1941 года на Дмитровской земле в ходе ожесточенных боев остановлены немецкие войска и началось масштабное контрнаступление Красной армии. Самые тяжелые бои развернулись за стратегически важную Перемиловскую высоту. Борису Морозову в 1941 был всего год, но его братья и отец сражались на фронте. У меня от них осталась такая человеческая, добрая, хорошая память, как о тех, кто нас спасли. Помнить о том, что произошло, надо. И учить этому молодежь. Поэтому сегодняшнее мероприятие, я считаю, что очень полезным было не только нам порядки воспоминаний, но и тем молодым людям, которые пришли сюда. Память останется в их сердцах. В память о событиях Великой Отечественной у монумента героям битвы под Москвой прошло торжественное возложение цветов. В мероприятии приняли участие глава округа Илья Поначевный, депутат Мособлдумы Марина Шевченко, председатель Дмитровского совета ветеранов Александр Фуфаев, кадеты и юнармейцы –